В Азербайджане продолжается третий европейский фестиваль толерантности Imagine. Особенностью проведения Imagine в этом году стал десятилетний юбилей восточного партнерства, которому и посвящен фестиваль. В рамках фестиваля в Баку была организована международная конференция, одной из тем обсуждения которой стала будущее Европы и десятилетие восточного партнерства. Участники также говорили о сотрудничестве с Азербайджаном в рамках программы «Восточное партнерство». 10 лет тому назад, когда началось восточное партнерство, у меня была возможность участвовать при открытии. Я думаю, что ваша страна является важным партнером для Европейского Союза. Когда восточное партнерство только начало притворяться в жизнь, было объявлено, что инициатива предусматривает заключение в перспективе двусторонних соглашений между ЕС и странами-партнерами об ассоциации. Это должно послужить важным шагом на пути их дальнейшей интеграции в европейское социально-экономическое и политическое пространство. В настоящее время идет работа по заключению нового всеобъемлющего соглашения между ЕС и Азербайджаном. Мы рады, что в нынешний момент заканчиваются такие последние стадии переговоров о новом партнерстве, которое еще поможет сблизить наших стран, Европейский Союз и Азербайджан, и продвинуть наши общие интересы, как и экономические, так и такие вопросы и сферы, как права человека, и региональное сотрудничество, что является важным приоритетом для Европейского Союза. Я только желаю тем, кто ведут переговоры, чтобы эта работа закончилась, и чтобы мы все могли уже скоро летом праздновать новое соглашение между Европейским Союзом и Азербайджаном. Говоря об истории создания восточного партнерства, участники конференции отметили, что его основу послужила основанная в 2003 году европейская политика соседства. Конференция была организована делегацией ЕС в Азербайджане при поддержке Центра европейской политики. 13 мая в Брюсселе состоится встреча, посвященная десятилетию программы восточного партнерства. Как считают эксперты, эта дата может стать одним из возможных сроков завершения переговоров по новому соглашению Азербайджан-ЕС. Третий европейский фестиваль толерантности Imagine продлится до 15 мая. Он направлен на популяризацию межкультурного диалога, разнообразия и толерантных ценностей. В этом году фестиваль будет проходить также и в Гянже, где мероприятия запланированы на 13 и 14 мая. Шамистан Мамедов, Исмира Алиева, Эльвинга Джалиев, CBC.